Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 27 апреля, день Мартина, назван в честь святого отца Мартина-исповедника Папы Римского. В те далекие времена возникла ересь, что в Иисусе Христе лишь одна воля, а не две. Святой Мартин всеми силами боролся с этим, за что был подвергнут различным гонениям и истязаниям. В конце концов, был отправлен морем в город Херсон, где и умер. Честное тело его было погребено в храме Пресвятой Богородицы, именуемой Влахерской. От его гробницы даются многочисленные исцеления. Сегодня были распространены смотрины и сватовство. Родители отпускали детей из семьи для того, чтобы они создали свою семью. В народе сегодняшний день имел самые разные названия. Мартин – Лисагон, Тичи – Обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. Согласно наблюдению охотников, сегодня начиналось новоселье у лисиц. Они оставляли старые норы и перебирались в новые. Процесс переселения занимает около 3 дней. О воронах древние славяне говорили, что они символ зла. И каркают эти птицы неспроста. Если ворона сидела на здании и каркала, то в деревне появлялся покойник. Если ворон пролетел через двор с шумным карканьем, то в этом месте кто-то умирал. Приметы. Если на Мартина Лисагона среди черных туч имеются светлые и легкие облака, это обещает дождь с ветром. Сырость и грязь в этот день указывают на хорошую пашню.
Thank you.